Всем привет, друзья! Делаем антенну. Для начала делайте что-нибудь подобное. Ну, из какого-нибудь говнеца. Деревяшки, старые, древние. Можете взять швабру. Антенну мы будем делать из банок пивных, так что подготовьте банки пивные. Вот здесь вот в этих местах зачищаем их. Ну, прям вот, вот так, чтобы залудить. Ну и лудим, соответственно, берем олово, берем паяльник. В интернете видеоролики есть, и там где не паяют. Но так как он у нас будет стоять на улице, хотел припаять. Вот. Дальше. Дальше берем наш кабель, зачищаем его вот так. Берем вот это вот, то, что у нас. Косичку вот эту мы берем и заматываем вот таким вот образом. Оголяем тоже. Что дальше? Еще раз продеваем, прямо наматываем на ухо. Точнее, это не ухо. Ну и припаиваем. Расстояние между ними оставляем где-то сантиметров 5, 6, 7. В общем, я 250 роликов видел в интернете, и каждый говорит, надо 1 сантиметр, второй говорит, надо 5 сантиметров. Гори, гори, мой трикерун. Дальше. Ставим банки. Можно под низ, можно наверх. Кабель необходимо дополнительно еще чем-нибудь пригвоздить, чтобы его все равно не порвало, потому что скотч это несерьезное. Ну, не совсем серьезное, как бы. Не совсем серьезный вариант. Чем-нибудь, что-нибудь, что под рукой найдете, все это можно использовать. Я вот нашел, к примеру, кусочек проволоки. Да, и, кстати, банки проволокой прикручивать нежелательно. Именно проволока. Получилась вот такая антенна. Вот так вот выглядит здесь среди меня. Видите, одно припаялось, вот, а второе там плоховато, но все равно должно было припаяться. Но это еще не все, так как оно будет стоять на улице, сверху, сюда, еще нужно одеть бутылки. Для того, чтобы исключить попадание. И сюда. Это случилось по максимуму попадания. Выкатываем скотч. Еще подключаем наши все детище к вот этой приставочке, включаем ее. Загорелась лампочка, берем пульт, включаем наш телевизор гаражный. Пошла возня, так, выберите страну Россия, пошел поиск канала. Ну, отлично показывает.
общем, как-то так, друзья. Ну все, всем спасибо, всем пока.